Хоккейный клуб «Химик» завершил домашнюю серию матчем с «Олимпией». Коллектив из Кирово-Чепецка оказался крепким орешком. Гости хорошо разрушали атакующие действия воскресенцев, и первый период прошел без голов. Счет желто-синие смогли открыть только за 4 минуты до окончания второго периода. Тимур Хайрулин шикарно выстрелил со средней дистанции. В начале третьей 20-минутки воскресенцы получают очередное большинство, и Алексей Егоров уже в своей излюбленной манере зрячо кидает от синей. В середине третьего периода гости пользуются нашей ошибкой в обороне. Воскресенцы проводят очередную атаку, и вот Демид Мансуров отправляет шайбу в ворота «Олимпии». Правда, после просмотра эпизода выяснилось, что забил Демид так, что Криштиану Роналду бы позавидовал, и шайбу отменяют. Концовка получается валидольной. Более того, желто-синие именно в концовке удаляются единственный раз в матче. Но воскресенцы устояли. 2-1 победа «Химика». Теперь на выезд. 17, 18 и 20 октября желто-синие проведут игры с «Нефтяником», «Барсами» и «Челнами». А 25-го проведут домашнюю встречу против «Норильска». Денис Литков, новости «Искровект».